65-летний Джон Траволта высказался о самом памятном событии своей жизни. Оно оказалось связано с принцессой Дианой, принцесс Дайена. Пара вальсировала на торжественном приеме в Белом доме в 1985 году. Голливудский актер даже не подозревал, что ему придется танцевать с леди Ди, которая тогда уже 4 года как пребывала в статусе члена королевской семьи Великобритании. Вечер в резиденции американских президентов был организован семьей президента США Рональда Рейгана. Мероприятие было устроено в честь принца Чарльза и принцессы Дианы. Актер не догадывался, что этот вечер станет для него столь памятным. «Принцесса ничего не сказала мне при встрече на приеме. Да она и не знала, что Нэнси Рейган не вела меня в курс дела. На том вечере я был настоящим прекрасным принцем», — поделился Джон в интервью Yahoo Entertainment. Он заявил, что ему пришлось мысленно вернуться в школьные годы, когда он учился танцевать вальс. «Я тогда подумал, ну что, этого просто не может быть», — вспомнил свои эмоции звездный актер фильма «Криминальное чтиво». Недавно легендарное платье принцессы Дианы выставили на аукцион. Кейт Миддлтон вышла в свет в любимых серьгах леди Ди. Экс-супруга принца Чарльза боялась раскрыть ему пол второго ребенка.